Власов сейчас с Кузьменко на льду. Это может быть опасно. Правда, спартаковцы начинают прессинговать. И это приводит. Да, хорошо. Так, на скорости этот Дроздов, Иван Дроздов ускорился. Попытался поддавить защитника, но Пуренков под давлением сыграл надежно. Ой, какая ошибка! Передача и гол! Это... тоже ошибся. Это, по-моему, ошибся Михаил Бабкин. Подарил просто шайбу на пятаки и 2 в 0 просто оставил. Ну, это да. Два, наверное, худших нападающих, кому можно подарить шайбу на своем пятаке в составе СКА. Это Кузьменко с великолепными руками и Бурдас с великолепным броском.